Здорово, пацаны! Сегодня у нас рубрика «Рок-библиотекарь». У нас в гостях Саша Ключ, рок-библиотекарь. У него начались трезвые будни, и сейчас он нам расскажет, как он так попал в этот замес. Здорово, Санек! Здорово, парни! Здорово, Саша! Что там с тобой, Саш, приключилось? Собрал дофига. Что дофига? Ты лучше расскажи, что за вертеп зла с тобой случился, блин. Ты ж вроде кодировался. Да ну, все, это фигня. Пацаны, лучше сами как-то отбросайте. Не помогает. Не помогает нифига. Бесполезно. Продержался сколько? 4 месяца. И все, я опять пошел. Как запоями большими не пил, но вот последний раз 2 дня, ну так люто, отходняк был под парня вообще. Чудовищный, да? Просто сейчас кайфую от того, что я трезвый, и меня отпустило. Ну это зашибись, что тебя отпустило, блин. Подожди, а как же ты умудрился, ты когда вот пьянствовал, да, тогда в кредитную историю в эту вляпался. Ну, да. И вообще расскажи, блин. Что за тема такая? С какого хрена тебя понесло на какие-то кредиты? Ты сами впарили мне эти кредитки. Что, пришли домой, сказали, на тебе кредитки? Нет, все, давайте оформим. Звонили неделю-две. А, звонили. Все-таки развели меня на это. Я говорю, ну давайте, я говорю, возьму. Взял, блин, на свою голову. Первые две недели все регулярно платил. А сейчас просто не имею возможности. Жить-то на что-то надо. И сколько же они тебе втюхали там? Да фига, не буду говорить сумму. Ну больше 100 тысяч. Больше. Больше? Охренеть. И куда ж ты их дел? Все, гуляй, братва. Так тебе надо братву собирать, пусть они тебе там скидываются. Да, братва только пить подавай, а платить не хотят. Блин. Короче, блин, Саня, а почему ты меня не пригласил на свой затянувшийся? Я тебе звонил, да. Звонил, ты не брал трубку. Я тебя и поздравил с Новым годом. СМС-ку прислал. Ну ладно, хорошо, прощаю. Ну а ты это, какие употреблял напитки? Дорогие там? Водку. Икра красная там, волочок. Да, да, мы шашлык ночью ехали, ездили на такси, разъезжали. Ни хрена себе. И шашлык, и все на свете, и коньяк. Вот и куролеснул, блин. Да, жесть вообще. Ну нормально, хоть, глянь, под старость лет оторвался, хоть нормальной жизни увидел, богатой. На сколько денег хватило? На сколько? На недели на две, наверное. Недели на две? Да. Это сколько же в день ты прохренаривал? Не знаю, дофига. Бывало и по червонцу, по пятнашке. Проституток не вызывали в баню. А в баню не съездил. Нет. Блин, ну что ж такое-то, Саня? Самое главное, блин, развлечение пропустил, упустил. Да. Баню и проститутки. А то, может, там с негритянши бы замутил с какой-нибудь. Хоть было бы что вспомнить, внукам рассказать. Было дело с негритяншей. Ну и что теперь? Тебе звонят там? Ну все, уже счета арестованы. Ага. Вот, завели административную ответственность. И дело, что? Дело завели. Выезд за границу запретили. Не знаю, что они теперь. Не знаю, что будет. Тебе надо на суде просто сказать, что у тебя было помутнение рассудка. Да не поверят, они увидят, что вменяемый. А где-то они увидят? Ну, на суде. На суде? А ты приди туда невменяемый. Да. Есть, короче, контора у нас, банкротство. Банкротом. Ну, банкротом себя. Физическое лицо раз можно, в 5 да. лет можно объявить себя банкротом. Ты хочешь так сделать? Хочу так сделать. Ребята, посоветуйте, что нужно сделать с Сашей, напишите в комментариях. Да, блин. Парни, посоветуйте чего-нибудь. Может, вы знаете, чего я не знаю. Потому что я не сталкивался с кредитами, я понятия не имею, что такое кредитная история. И поэтому мы не знаем, как эту ситуацию разрулить. То, что Саша куролеснул хорошо, это хорошо. А вот как теперь это залатать, непонятно. Было весело, но вчера поют ноговицы. Блин, вот дела. Ну а еще что делали, когда пьянствовали? Ничего. Ну что, блядь, один день как один день катил. Ну да.
Блин, ну это люто. Ты хоть себя приходил-то хоть? Да как тебе сказать, ну дня на два, на три придешь себе. А сейчас вот уже предлагали сегодня. Водки давай, Санек, встретил в магазине. О, ключ. Вот сейчас ходил в магазин. Да? Водки? Сфотографировался со мной. Ага. О, ключ, блин, ну ты даешь. Ну что, тебе пузырек взять? Я говорю, не-не-не. Парни, в общем, это, я попросил бы вас, ну, помочь мне просто объяснить. Может, кто знает, как это все делается. По списанию долгов, вот это вот, по списанию кредитов. Просто помогите там, ну, информацией. Вот. В общем, парни, Саша хочет, чтобы вы написали в комментариях, как ему сделаться физическим банкротом или что-то такое. Я лично не разбираюсь, но вот, типа, он где-то объявление прочитал, что, типа, можно объявить себя банкротом. Ну, и типа того, что, короче, ему не придется потом платить кредит. Ну, там платить тоже надо, но не такую сумму большую. Да? Ну, да. А если вот они тебе зададут вопрос, куда ты дел деньги? Ну, какая им разница? Нет, ну вот если вот они так зададут. На лечение. На лечение? Гепатит лечил. А-а. Ну, гепатит лечил. Ну, а что? Ну, там знаешь, сколько стоит гепатит? 480 штук. Ну, тебе же его уже вылечили. Ну все, прощайся с пацанами. Ладно, пацаны, был рад вас как бы виртуально слышать и видеть. Всем пока, всех благ, всем peace.